Тимур и Роман Сабитовы сначала не поверили, что в гости к ним пришел настоящий Дедушка Мороз. Однако после того, как борода старца выдержала проверку на прочность, все сомнения рассеялись. Вот и он твой. Давай. Вот и он. Подарки для своих подопечных волшебник подбирал индивидуально. Письма со своими пожеланиями ребята написали загодя. Послания дошли до адресата вовремя, поэтому каждый получил самый желанный подарок. Вот спасибо. Спасибо. Дети в долгу не остались и тоже порадовали дедушку. А стишок мне кто расскажет? Я. Сегодня мы посетили семью, где проживают Тимур и Роман, два брата. Их воспитывает бабушка, она молодец, воспитанием своих внуков занимается. Сами видели, какие хорошие детки. У них мечта была, они получили игрушки от рук полицейского Деда Мороза. Всего на учете в Челнинской инспекции по делам несовершеннолетних 800 детей. И за праздничные дни ко всем своим маленьким подопечным в двери постучатся Дед Мороз и Снегурочка в погонах. Зимой и летом стройная, зеленая была. Юлия Шабанова, Татьяна Каранаева, Василий Киселев. Эфир 24.